понял. Да? Я вам скажу совершенно новый прием. Буквально вот Юрий Петрович, как мне сказал, что я сбор перед тебя как-то установили, нашло и прием. Юрий Петрович тоже как бы с автором это прием. Дал мне дополнительные силы. Я уж не знаю, как это, скромный, ну, назвал его, извините за выражение, собачья случка. Ну почему так? Вы можете сами догадаетесь. Значит, смотрите, какой эффект. То есть как бы седоплатор. Это движение. Вот как бы я ему даю кому-то делать прием на силу, да? Вот это положение. Как оно, реально, нереально, возможно, возможно, думать сами как. Но здесь мое продолжение идет, как бы, не я в роли защищаю, а я в роли атакуемого. Для этого я что делаю? Очень легко я возвращаюсь сюда. И сажусь. Здесь также сопутствующий прием, который мы уже знаем, не забываем, он очень эффективен, тем более здесь, это я когда свое предплечье использую как рычаг. Просовываю под колено сгиб, как раз мышца она уже здесь на пределе, и начинаю просто снизу. Здесь кто перетерпит, я или он? Конечно, у кого больше силы, у кого больше возможностей. Вот, если чувствуете, что вам обтянет берет прием, и то, что у вас свой не получается, чтобы не терпеть боль и руса. Здесь очень большой, как я сказал, для рычаг, даже если он будет сопротивляться, вы сопротивляетесь изо всех сил, чтобы я тебя не перевернул. Может так, там убить руками. Я как хочу могу, а тем более для вольной борьбы очень хороший надо накатывать, да? Вот раз, а все здесь. А это можно... Есть, мы потом испытаем. Еще раз, пристанее. Так что для этого приема, выхода для этого приема есть большие возможности. Раз, плевочек. Вот уже как двух раз, да? Все, все, есть, есть. Так, и так, и дальше еще третий сопутствующий прием. Это вот, если не выходи, брёшь собой штучку, да? Вот пяточку так же. Просто одним коленками сгибаю, я, видишь? Ногами сгибаю, вот. А вы пошла сюда. Также это болевой прием. Не, ну похоже, да? Не думай, что я посмотрел этой жизни. Так просто потом, на что похоже. Значит, ты так же это можешь делать руками. То есть ноги, вот, скрестить его ноги. Вот эту подмышку. И уже тело принудить. Колено сюда него, и то же самое эффект. Уже руками. Я захват и можешь там встать на мост. Все, все. А у этого как название там? Это название можно объявить конкурс название. Значит, смотрите еще раз. Легко. Руки перевернулись-то и также руками перевернулись. Вот здесь надо обязательно, чтобы нога была по колено сгибе. И это бедро себе на бедро ставить. И не давать возможности ногу выпрямлять. Если нога выпрямлена, уже трудно будет что-то сделать. Уже трудно бороться будет, чтобы потом согнуть. Ну, может быть, для начинающих это изгодится, да? Чтобы привить любой к парку.